что ты сидишь огорченный? Руки сложи, как отрешенный. Понимаю, трудные времена, Иуды. Работы нет, работодатели паскуды. Возьми, начни малым экспериментом. Выйди из подъезда с инструментом. Как красоты творению отдайся. Для себя и соседей постарайся. Совет как золотой, клумбу посадил цветами и полил водой. Перед своим окном с малого везде порядок, в надежде увидать от цветов подарок. Но как я был зол, какой был никакой, когда увидел утром свою клумбу неживой. Парковку устроили, превратили в ничто. Совета рабочего слили. Столько чистить клумбу. Но для чего? Для новых куч. Ведь мы, если живешь среди дерьма, то смораешься от горячего ума. Жить во сне в дерьме печаль и дышать смердящим воздухом морали. Как очистить воздух? Не знаю. Ты понимаешь это? И я понимаю. Видимо, это уже застойная хроника. Смотреть на счастье, как на покойника. Да что ж ты сидишь огорченный? Руки сложил, как отрешенный. Понимаю, трудные времена, Иуды. Работы нет, работодатели паскуды.